Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 74-летний французский актер Жерар Депардье знаменит не только своими ролями в кино, но и многочисленными романами. Однако любвеобильный французский актер официально женат был лишь единожды на актрисе Элизабет Гиньо, которая родила ему 2 детей. Их брак продлился больше 20 лет, что совсем не помешало Лавеласу Жерару заводить многочисленные служебные романы и интрижки. И по утверждению самого Депардье, у него по меньшей мере 20 детей от 10 разных женщин. Насколько это правдивое признание, история умалчивает. Однако на сегодня лишь 2 небрачных детей официально признаны актером. Об остальных, по собственному признанию Депардье, он откупился деньгами. И несмотря на такое количество детей в жизни Жерара Депардье, они никогда не были для него приоритетом. Следует заметить, что даже с законорожденными детьми у Депардье отношения сложились настолько плохие, что его дочь Жюли была готова на многое, чтобы избавиться от сходства со знаменитым отцом. Со слов Жюли, отец всегда отсутствовал в ее жизни из-за съемок или женщин, а ей доставались лишь крупицы его внимания, и похоже, что детская обида девочки с годами только набирала силу. «Да, он гениальный актер, но он мне был всегда нужен как отец», – признавалась Жюли. Она так сильно не хотела, чтобы ее сравнивали с отцом, что решилась на изменение внешности. «У меня было 5 операций на носу, потому что не могла смотреть на себя. Это был не вопрос привлекательности. Я не хотела иметь такой нос, потому что я была похожа на него», – призналась Жюли однажды. На сегодня Жюли Депардье известна во Франции актриса. Однако, несмотря на несомненные личные заслуги, чаще всего женщину называют дочерью талантливого отца и считают, что успехом она обязана именно ему. Домыслы о кумовстве сильно задевают Жюли, которая неоднократно заявляла в интервью, что ненавидит актерские династии. Но справедливости ради следует заметить, что Депардье действительно организовал первые съемки своей дочери. Как бы там ни было, но в дальнейшей кинокарьере дочери Депардье не участвовал. Признание пришло к ней вне зависимости от родственных связей. Более того, актриса одно время даже отрицала свое родство со знаменитостью, выдавая себя за однофамилицу. На сегодня отношения между дочерью и отцом максимально холодные. Они много раз пытались их наладить, но, по всей вероятности, застарелые обиды всякий раз брали свое. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!